В Новгороде состоялись зональные соревнования третьей летней спартакиады народов Российской Федерации по велосипедному спорту. В соревнованиях приняли участие команды областей и автономных республик северо-западной зоны. Женщины стартуют на дистанцию в 50 километров. Обидно, конечно, так добираться до финиша. В групповых гонках лидируют ярославские спортсменки. Сто километров. Такова дистанция для мужских команд. Трасса состязаний проходит по шоссе Ленинград-Москва. Получается и такое. Изменчиво спортивное счастье. Первым финишировал мастер спорта Евгений Добролюбов, Новгородская область. В командных состязаниях победу одержали гонщики Ярославской области –